115 миллионов тенге могла похитить глава фонда ШығыС Казахстанского общества глухих на востоке республики. Женщину подозревают в присвоении денег организации. Как сообщает пресс-служба «Антикора», она перечисляла на свой карточный счет бюджетные средства. Основанием для этого якобы послужило оказание услуг сурдоперевода специалистами жестового языка. Но при этом деньги шли на ее личный счет, что и вызвало подозрение. Идет расследование. Всего в Казахстанское общество глухих входит более 16 тысяч человек. Из них около 300 конкретно в Усть-Каменогорске. С ними в регионе работают 12 сурдопереводчиков. Антикоррупционной службы по Восточно-Казахстанской области в мошенничестве изобличен руководитель кооперативного фонда ШығыС Казахстанского общества глухих. Она подозревается в завладении бюджетными средствами в сумме 115 миллионов тенге. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.